Там, где протвинцы не могут дождаться помощи от Совета депутатов, на помощь приходит Общественная палата города. Предприниматели с Лесного бульвара неоднократно обращались к депутатам с просьбой посодействовать в организации уборки снега на участке от ЗАГСа до магазина «Пятерочка» с нулевым результатом. С утра трактор убирал Лесной бульвар, но территория здесь не была убрана. 4 депутата было сюда приглашено, 2-го, 3-го округа, но ни один не пришел, чтобы решить проблему. Лично было мною, депутату Павловой, депутату Бармину, Яковлеву, неоднократно было сказано, но территория не убиралась. Это спасибо сейчас Общественной палате, было обращение к ним. С помощью Общественной палаты территория стала убираться. Данная территория принадлежит магазину «Пятерочка» на Лесном бульваре. Они должны заниматься чисткой и уборкой этой территории. Почему в данный момент это не происходит, а происходит только по звонку работающих рядом палаток, это тоже непонятно. Просьба от жителей была к депутату Павловой Виталии Александровне разобраться по поводу этой ситуации с магазином «Пятерочка». Обращений еще не было, соответственно, никакой реакции тоже нету. Сколько обращений было от жителей? Было собрано 350 подписей, чтобы депутаты выходили сюда на участок и работали. Ни один депутат не вышел. Общественной палатой создана комиссия по проверке уборки снега в городе Протвино. Первая проверка вчерашнего снегопада и сегодня уборка показала, что в принципе город убирается, я не скажу, что очень хорошо, но достаточно нормально, чтобы пройти. Обращение по поводу прохода по Лесному между Пятеркой и ЗАГСом неоднократно возникает, но здесь можно также обратиться к депутатам из-за того, что на данный момент техники в городе недостаточно для уборки, поэтому этот участок убирается по остаточному принципу. Хотя сегодня после звонка и в администрацию, и директору МУПа Шумакову вся территория была вовремя убрана, видите, до асфальта. Предприниматели, торгующие в новых павильонах, стараются своевременно очищать от снега территорию вокруг своих торговых точек и ждут от депутатов городского совета внимания к актуальным для города проблемам.